Да. За моей спиной стоит команда «Авангард», главные потеряшки КФЛ. Герман, где пропадали? К четвертому туру наконец-то объявились. Ну, немножко сложности были с графиком у команды, немного быстро вписались, проблемы все решить кадровые не удалось, поэтому, собственно, пришлось два технаря взять, но мы наверстаем. Ну, помимо двух технарей, у вас еще в первом туре был перенос по доброте душевной. Перенос, на который мы технарь взяли, да. Как два технаря повлияют на турнирную раскладку для вас в дальнейшем? Да никак, абсолютно. Будем, значит, еще больше стимул набирать очки и бороться в каждом матче, будем выигрывать. Какую задачу перед командой ставишь? Быть в первой восьмерке. Сколько у нас команд? А ну давай, оператор, покажи, на что ты способен. Слабо, слабо, брат, надо прибавлять. Человек упахался. Дима, как проходит игра? Ну, видать, без меня хорошо, раз при мне 0-0 было, после травмы же 2-0 ведем. То есть ты считаешь, что ты якорь в команде? Возможно, возможно. Как думаешь, команда с тобой солидарна в этом вопросе? А надо у них спросить. Проведем соцопрос в своей группе. Я понял задание. На следующую игру отчет. У нас есть рубрика «Отвечай оригинально, если не можешь ответить правильно». Я готов. Тема исключительно футбольная. Но, кстати, можно подумать, как ты сказал, над школьными вопросами какими-нибудь легкими. Но это будет в следующих турах. Как переводится с английского футбол? Мячом и ступней, ручной мяч, бей головой. Первый вариант. Правильно. В каком году был образован Российский футбольный союз? Ну, пусть будет 91-й. Почему 91-й? Не знаю. Почему не 92-й? Это же логичнее. Ну, да. В начале 90-х. Ну, правильно, 92-й. В каком году была сформирована сборная СССР? Около, я думаю, 1925 где-то около того. Какой ты красавчик. 24-й. Футбольный матч состоит из частей, которые называются... Даже не буду тебе варианты предлагать. Тайм. Красавчик. Хотел представить вам оператора нашей рубрики «На бровке» с Леонидом Рихановым, Владос. Влад, как ты сейчас справился с такой тяжелой задачей, как сбивание мяча с ветки дерева? Было нелегко, на самом деле. Я учился этому около 10 лет, поэтому это моя работа. Скажи, пожалуйста, где обучают таких профессионалов, как ты? На самом деле это индивидуальные тренировки, нужно записываться на определенные курсы, поэтому так. Клуб-победитель первого розыгрыша чемпионата СССР? Динамо. Красава. Какое место заняла сборная России на Евро-2008? Полуфинал, третье место. С кем играли? Испания в группе 1-4, Швеция 2-0, Греция 1-0, Голландия 3-1 и 0-3 Испания в полуфинале. Кто забивал против голландцев? Павлюченко, Торбинский и Аршавин. В такой последовательности? Да, в такой последовательности. Правильно. Нет, неправильно. Торбинский третий забил, Аршавин второй. Нет, нет. Нет? Пойдем видео смотреть. Торбинский забил второй. После паса Аршавина. Аршавин третий между ног. Вандерсару. Этот нападающий признан лучшим футболистом на планете. Лионель Месси. А нападающий? Ну, братан, ну ты должен знать. Ну ты че? Этот нападающий. Его еще не. Месси еще не признали лучшим. Еще спорят, кто лучше, Месси или Роналдо. Пеле, наверное. Правильно. Со свое поколение говорю, да. Какие задачи ты перед собой ставишь на КФЛ? Почаще сбивать мячи? Я считаю то, что это не самое главное. Главное, что происходит на поле, поэтому так. В целом, как тебе работа оператором? А то ты всегда у нас за кадром, и хотелось тебя представить нашему зрителю. Наверное, зрители должны оценивать работу оператора.
Как ты считаешь, ты справляешься со своей работой? Наверное, да. Если меня еще не уволили, я справляюсь. А... В каком году сборная СССР выиграла чемпионат Европы по футболу? О, я помню. Это был первый чемпионат Европы. 1960-м, по-моему. Все правильно. 1960-й. Кого считаешь лучшим игроком в 21 веке в сборной России? Ну и в целом в России. Наверное, Аршавин. Я с тобой полностью согласен. Как сегодня игра у вас пройдет? Более тихо, спокойно? Сделали выводы после дисквалификации вашего помощника? Мы каждый день общаемся в нашем чате, чтобы быть спокойнее. Но что-то у нас не получается пока что. Но с каждым матчем все меньше и меньше у нас пыла. Сегодня, думаю, мы сыграем нормально. Мы уже договорились, что кто будет кричать, пожалуйста, сиди на бровке и не играешь в футбол. Посмотрим, как пойдет. Ну, по идее, сегодня соперник должен позволять играть, ну, спокойно, да, спокойно выигрывать. Не знаем, что там может быть, там какой-то звездный состав сегодня у Луганка придет. Да. Но в целом пока ожидается для вас спокойная игра. И вот в этой спокойной игре хотелось бы, чтобы вы тоже себя спокойно проявили. Сегодня хотим показать прям футбол. Знаете, есть команда даже в профессиональном футболе, Атлетико Мадрид. Может, у них более такой состав не такой же классный, прям по техническим оснащениям. Как у вас. И далее, да. Но на характере они до финала... Но стиль игры такой же, грубый. Такой же. Грубо показать сопернику, что мы выходим только побеждать. Ну, в принципе, у нас тоже технические данные неплохие, но просто физическая готовность не позволяет играть спокойный футбол. Мы там, ну... В общем, мы Атлетико Мадрид на этом турнире. А как ты оправдаешься за инцидент на прошлом туре, когда у нас не записался звук на интервью? Это технические ошибки. Вот. Вот мяч. Не уходи от темы. Что за вопрос? Отвечай за свои косяки. Почему не сработал звук на прошлых интервью? Мы отработали с тобой 12 интервью впустую, понимаешь? Это технические ошибки, от меня ничего не зависело. Я старался сделать все качественно, но ничего не получилось. То есть на курсах по сбиванию мячей с деревьев, как здесь записывать это... интервью, не учат? Да, здесь у меня лучше получается сбивать мячи. Влад, я надеюсь, что больше ты никогда в кадр не попадешь, будешь всегда за кадром. Я согласен. Давай еще один вопрос. Сейчас выберу тебе посложнее, а то я слишком легкий тебе какой-то. Такс. О, вот интересно. Какую команду Санкт-Петербургский «Зенит» обыграл в финале Кубка УЕФА 2008 года? Глазго Рейнджерс. 2-0. Широков, Денисов. 5 из 5, красава, брат. Не, вру, Зырянов и Денисов. Я не помню, кто забивал. Я за ЦСКА болею. С каким тренером сборная России дошла до четвертьфинала Кубка мира 2018 года? Усатым Черчесовым. Как охарактеризуешь его как тренера? Не знаю, ну... Ты считаешь, вратарь может быть тренером? Может быть тренером, но... Но не Черчесов. Не импонирует, да. Его стиль мне не импонирует. Дим, спасибо большое. Отдыхай, не напрягайся. Кого назовешь самым звездным игроком у вас в составе? У нас в составе? Одного выдели. Да, я думаю, это наш... Мы давно уже играем в одной команде, это Джаварян Джамал. Без него наша команда будет выглядеть похуже. Сейчас где-то у экранов заплакал один Эдгар. Да, ну, Эдгар ценный нападающий. Да, но не такой незаменимый. Но я не думаю, что нападающий главный в команде. Центр все-таки, если у команды хороший центр, значит команда будет сильная. Ну, в принципе, у нас в команде каждый, на самом деле, ценный игрок. На каждой позиции каждый защищается, каждый атакует и... У нас нету игроков, которых мы не ценим. Джамрад, надеемся, верим в лучшее и успехов вам только. Спасибо.